Семинар для юных баскетболистов и их тренеров провели Михаил Терехов, один из перспективных на данный момент тренеров России, и тренер Александр Фомин, который совсем недавно закончил свою спортивную карьеру. Чем больше к нам будут приезжать квалифицированных специалистов и закладывать эту базу как и для игроков молодых, так и для тренеров, которые с ними работают, тем быстрее мы придем, я считаю, к хорошему уровню. Участники семинара под пристальным вниманием именитых тренеров отрабатывали командную защиту, взаимодействие и ротацию игроков при защите, а также нападение и такие баскетбольные понятия, как спейсинг и тайминг. Среди юных спортсменов тренеры особо выделили десногорских ребят и их наставников. Тренера, которые работают в Десногорске, проводят очень качественную, хорошую работу с ними. Мне очень понравилась команда из Десногорска. Там есть пару хороших рослых ребят, не только рослых, техничных. И что самое главное, у них есть уже на данном этапе понимание баскетбола. Это очень приятно. Кроме семинаров, тренеры проводят с ребятами и тренировки, чтобы окончательно закрепить полученный материал.